Просто едим и снимаем. Ну, прям мечта вообще. Есть будем, худеть. Сергей, как вы относитесь к крестьянским праздникам? Иисусе Боже живот, Христос воскресе! На небе, и на небе светлее. Жрём опять. Че, а еще вы лук испортили? Сегодня мы пьем стаут. Экстра стаут. Ваш стаут, сэр? Мой любимый анекдотик. Боевая рана. Хранитель. Супер. Супер. Два Сереги — это сила. Это туи. Это туи. О, пчелка, пчелка, смотри. Сушильник, в компании, в ресторане. Вкуснятина. Комбинированная поездка. Белочка. Kia Rio. Едем до метро. Запаркую белку, перейду на МЦК. Снова сяду в какой-нибудь аппарат, типа делимобили. А мы идем на МЦК. По Москве общественным транспортом. Дальше поедем на делимобиле. Вышли на Кутузовском. Идем искать 50 тысяч пиццы. Идем искать автомобиль. Запаркован, забронирован. Вот на этой машинке поедем. Прокладываем маршрут. Едем по Кутузовскому на встречу. Немного нам заблокировали машину. Простояли, прождали 5 минут. Сейчас попробуем шаурму на белорусском. За комбо всего 195 рублей. Ну что, кушаем шаурму? Ну, кузнецкая была вкуснее. Немного пресновато. Ну, я, правда, от соуса дополнительного отказался. Небо голубое. Дождь — это всегда хорошо. Я думаю, он даже вовремя полил, чтобы в Москве стало чистенько и сухенько. Да? Да. Лубянка на горизонте. Сейчас подписчики будут. Подписчики будете курицу? 40. 40, 40 на квартиру. И деньги. И кончились деньги на еду. Ворвался во взрослую жизнь, да? Заказываю пиццу. Папа Джонс. Кушаем дома. То есть ты потом хочешь монетизировать этого Папа Джонс? Все к этому идет, Серег. Он всех хочет монетизировать. Реклама. А, наш любимый KFC продукт. Вау. Вот это реклама, вот это product placement. Жирная-жареная газировка, да? Жирная-жареная газировка. Хот-дог и воппер. Так, сегодня пробуем воппер. Воппер — шикарная штука. А ты знал, что можно купить у них семерной воппер с сыром? Uh-huh. Они сделают тебе 7 котлетов. А ты когда-нибудь что-нибудь покупал там? Стоит всего 100 тысяч. С текущим курсом это действительно всего. А ты паспорт не забыл, говорит? В стиралке вашей. Александр, как твое питание на этой неделе складывалось? Давай, я тебе алфавит надиктую, ты сам нарежешь, что тебе надо. Любые слова. KFC, три правила, KFC. Ланчбокс, 5 за 200. Ну, собственно, и все. Конец бога.